Берем давай тогда. Все. Сейчас мы будем перетирать на папу. Так, пап, привет. Все. Сегодня у нас будет мука, сахар и сметана. Угадали, что это? Мука, сахар и сметана. Да. Открываем сметану. Так, все. Открываем сметанку, панку. Это на канале Саша Лива. Так, все, давай, папа, давай уже. Папка, шапка, папка, шапка. Папка, шапка. Это мой коса. Все, давайте. Открываем со сметанку. Во, какая она. Да. Она такая. Мука. Здесь мама нам батон купила. Его попробуем? Да. Можно, знаешь, как сделать? Смешать сметанку с сахаром, потом булочку помазать или в прикуску кушать. Очень вкусно. Это не вкусно. Это вообще-то для тебя эксперимент будет. Это вкусно очень. Нет, не очень. Ну, попробуешь. Поймешь, что это вкусно. Это не вкусно? Сначала будет? Просто попробуешь. Сметанку. Это не очень вкусно. Это вкусно. Пап, ты что, волк-дурень? Пап, ты что делаешь? Я на тебя приблизила. Девушка, так, все понятно. Волк-дурень наш, ты чё, су? Сейчас. Ты чё, с ума сошёл, волк-дурень? Не, ну это штук, ребятки, шапки. Вот мука, вот сметанка. Вот сметанка. Так, сейчас мы наложим сметаночку, паночку. Не зацепите ее. Так. Намазываем на муку. Надо тоже как было сделать. Вкусная сметана. Саша, надо вот прям ложечку положить. Ложечку. Положи сметанку в ложечку и сахар. И тут размешать все. Вот так размешать. Единую массу. Клади ложечки три больших и сахарку. И ты попробуешь, это очень ладно. Вкусно. Это очень вкусно. Раз. Потом помоем руки. Конечно. Так, два. И три. Я на YouTube, кстати, снимаю, папа. Клади еще одну побольше. Так, мы-то все сметану разболтали. Ничего. Так, все, теперь нужна такая ложка для сахара. Вот такая ложка. Это чистая? Конечно. Так, кладем сахарок. Нет, это сюда, а это размешиваем. Клади еще чуть-чуть, давай еще положим. Ложечки. Размешиваем. Вот о, какая у нас каша малаша получилась. Это комочек. Очень вкусно. Это уже какая-то каша, а не сметана. Я вот такой каши могу съесть вообще прям. Прям целую миску большую. Целую. И накладываем вот такую вот массу. Сейчас это вкусно? Смотри, чтобы за края-то не лилось, Саша. Да я некоторые даже уберу. Да пускай побольше.
пускай сверху побольше. Не надо мне. Побольше, вкуснее будет. Скажи, вкусно. О, я же тебе говорю. Папа что-то плохого не посоветует. Очень вкусно. Прям я балдею от такого. Шарики добавим? Шарики не обязательно. Ладно. Короче, вот такая вот булочка у нас получилась. Сейчас я ее попробую. Спасибо. Так, пробуем. У тебя видно хочет? Или повернуть камеру? Нифига себе, это самая лучшая каша в мире. Ты же букву? Кушай. Ну как? Это же мы на тебя экспериментировали. Кушай. Да мне не та понравилась. Это каша понравилась. Ну кушай кашу. Положи булочку, положи. Кушай. Короче, вот такой у нас свой хак, ребятки. Я тебе просто говорю, побольше надо. Побольше вкуснее. Это такой у нас экспериментик конфетик. Тут плохо, что волосы вот еще не убрала. Побыли. Все. Вот такой у нас экспериментик. Все. Подписывайся, ставь лайки. Папа, мама, хай. Мы же любим с тобой эксперименты делать в Ютубе. Не забывайте заходить в мой лайк. Там тоже есть крутые видео. Все. Пока.